всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Angry Panda, Бульбазавр. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем очень классный режим на прохождение по FNAF. Все написали в комментариях: Димас, пожалуйста, запиши что-нибудь с прохождением. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Я хотел поставить какие-то разные моды, но решил, что шестая ночь будет одна из самых жестких, которые мы реально давно не проходили. Мы обычно первую, вторую, третью играем, до шестой не доходим, а шестая сейчас будет. Пацаны, я вас жду, где вы? Найт 6. У вас высветилась надпись? Да. Все, ребята, внимательно слушаем. Давайте вот сейчас вот весь скилл свой примените. Внимательно слушаем. Такая тишина. Каска, внимательно слушаем. Все сразу замолчали. Так, а чем мы вдвоем? Где Angry Panda? Оба, шапка меня. А ты не знал, что нельзя выходить? Ты такой, как и я. IQ минус один. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят у нас каждый день. Давайте добьем до миллиончика. Совсем немножко осталось. Так, подожди, тут той Бонни. Здесь обычный Бонни. Это что, какой-то смесь бульдог с носорогом? Что-то странное. У них, кстати, есть анимация. Да? Angry Panda, а ты где вообще? Я не знаю. Эй, знай, где ты? Пришел, откуда? А, Балун Бой пришел, блин! Мы забыли, я не увидел его! А что делать теперь? Как нам дверь нажать? Прощайте, пацаны, шестая ночь пройдена неуспешно. Ну что? Прощайте. Разлетелись в разные стороны. Так, давайте проверим, надо нажимать дальше рестарт или будет продолжение ночи. Ждем. Просто ждем. Через какое-то определенное время должно высвечиваться. Она что высвечивается? Время. А время не высвечивается. Да, ты обратил внимание, да, что стоит той Бонни и ничего не делает. Опять Балун Бой. Не, чувак, в этот раз ты не войдешь к нам. Боже, как я соскучился за прохождением. Ребята, давайте плюсик в чат, и мы сразу запишем новое прохождение, такое опять на чейспоне. Если будет больше 100 штук, сразу лупашу. Ой, я свечение подрублю. Откуда? А чё ж вот это стоим... Ой. Закрой! Да блин, дверь не закрывается! А, закрывается. Просто пробую. А чё вы умерли? А чё я умер? О! О, со свечением классно стало. Прям кнопки зеленым подсвечиваются. Круто. Нас охранник. Трассировка лучей, отдыхать в сторонке. Давайте откроем калитку, да? Никого ж нет, тут у нас энергия садится. Так, пацаны, 2 часа ночи, все у нас отлично, я очень радуюсь. Димас, назад посмотри. Пацаны, давайте, знаете, что я придумал? Давайте, наверное, мы скачаем FNAF Co-op. Хотите попроходить со мной? Можно. Да. Так что у нас есть ссылочка в Дискорде закреплена, мы его сейчас скачаем и будем лупашиться. Смотрит на меня. Вот что ты смотришь? Страшненький такой. Он тебе понравился. Я ему понравился. Что у нас по камерам? Ничего не будем клацать. Сейчас по-любому придут резко, ждите. Или он сюда перестанется. Переставится. Ах ты жопа. Я нагадываю. Эй! Закрывай! Прикольно, да? Да. Классно. Со всех частей, что приходит. Там, очень необычно. Это фиолетовый человек. Да, он специально кидает скример, чтобы мы очканули. Точнее, фиолетовый экранник. Бонни. Музычка. Откуда? О, этот человек. Ах ты жопа. Это... Ребята, как вам для шестого... А, мы ж проиграли, хотел сказать, как мы для шестого ночи классно тащим. Сами слились первую минуту. Да что ты одна и та же ходишь, отвали! Так, ну он ушел, я в принципе закрываю. Ой, ночной режим подлакивает. Не открывай, не открывай, я вижу. Стой, нет, нет. Я с ночным режимом и с камерой. А я на себе, видно, сервер держу. Откуда? Смотри, выглядывает додик. Ах ты жопа. Я вот так еще, это челюсть. Я его вижу, краешек уха. Я скажу, когда уйдет. Все, ушел.
Мы с тобой хорошо тащим. С вами. Тут Бонни. Да он долго будет, он специально отвлекает. Внимательно смотрите назад, если подойдет челик, придется выскочить с комнаты. Никого, никого, и это меня радует. Потому что у нас 3 часа ночи, и мы тащим. Откуда? Где? Вот он, вот он. Фух, я успел. Стоял с гитарой, стоял. Ушел. Видишь, они быстро уходят, потому что энергия садится. Но у нас еще много. Где? С другой стороны. Слушай, я с той стороны тоже закрыл. Ха-ха-ха, нейшн. Боюсь, пацаны. Вот что ты стоишь? На тебе, по морде. Ушло. Боится выстрелов пистолетных. А может тогда фонарик внизу нажимать? Тогда они будут уходить. Наоборот, энергия тоже тратится. Да. Но у нас полная еще. Как для 6 ночи, не очень-то и прессуют они, да? Ну, так, да. Стоит. Тут Фредди стоит и опять углы обсыкает нам. Слышь, щенок. Видишь? Гадит углы опять. Его что, в угол поставили? Шанс? Ну да, обиженный. Давайте... О, давайте будем видеть Фокси, когда побежит. Да. Когда руку поднимет. И ты говоришь, и сразу он бежит. Не, он сначала руку поднимает, а потом начинает резко бежать. Там Чика до сих пор стоит. Да? Да. Красота. Что еще? Так, я вижу на сцене никого. Бонни. Только лежит там. Эй! Кто нам скримеров кидает? Да кидает какой-то челик фиолетовый. Телевизор какой-то маленький. Феликс. Эй, ты чё не простреливаешься? Сейчас какие-то боссы пойдут. 4 часа, что-то слабо, пацаны. Да, очень слабо. Может, мы умерли, они не пугают нас? Да хотя приходили же. Приходи и уходи. Никого. Ушел. Вот тут Фредди до сих пор стоит. Так, пройти я туда не могу. А закрывайте дверь! Быстрей, быстрей, быстрей! Отлично. Не, я не умру, я буду стоять тут. Ушла. Бульбазар, на другой двери иди. Открывайте мне. Отлично. Ой, кто-то мешает, невидимый. Пришел кто-то. Закрывай, закрывай! Закрывай, закрывай! Да блин, не работает кнопка как специально, да? Слышь, понажимали и все, только не то, что надо. Так, исчез. Надо все там пугать, они сразу уходят. Вон этот Банька стоит. Ну, все пусть стоит. Че, затащили? А ты вышел вовремя, да как? Это золотой. А как узнать, что он к нам приходит? Не знаю, или надо отворачиваться, или надо смотреть в планшет. Или надо выйти из комнаты в это время. Да, я вышел, и он меня не убил. Повезло. Вот знаю. Так, ну чё, пацаны, где? Тащим. 2 раза, да, проиграли? Там Фредика вернулся. Так, из-за... стоит. Иди. На тебе. Хорош. Вовремя, вовремя. А страшно. Времени отображается, так как я умер. Через пару секунд сейчас отобразится. 5 часов было, осталось чуть-чуть. 5 часов? Угу. А у нас здесь энергия начала тратиться, видите? Да. Давайте вообще просто закроем и протащим. Ладно. Мы и так протащим, мы же профессионалы. А, ну давайте посмотрим быстро. Ну энергия. 2, 3. О! Ну зачем? Не получилось. Да не надо было. Сразу видно, что ты не сильно профессиональный игрок. Да я не напрягался. Мы проиграли. Сейчас будет 7 ночь, пацаны. Просто ждем. Просто ждем. Энергии очень мало. Энергии мало? Она обнулится, когда будет новая ночь. Да нет, смотри. Да, не, она когда начнется, потемнеет экран, то будет полная энергия у нас. Ждем. Ой, марионеточка сейчас начнет бегать. Что-то нифига не происходит, пацаны. Давайте еще 10 секунд. Если нет, я запущу тогда сам. Хорошо. Запускаю сам. Давайте запущу жесткий мод.
Давай. Ну все, я предупредил. Мое дело что? Предупредить, правильно? На 9. Энергия полная, видите? Ну все, аниматроники. Все, давайте, пацаны, давайте по-честному. Если проиграли, то все, жипа, да? Кнопка не нажимается! Да не нажимается кнопка! Да почему не нажимается кнопка? Может, кто-то со мной еще жал? Я один нажимал или с кем-то? Да я дайте до кнопки дойду! На шпагат садюсь! Эй, это жесткая ночь, пацаны! У что происходит? У меня черный экран. О! О! Да закройте вы эти двери, чертовы, с двух сторон. Все, давай. До свидания. Ты живой? А где ты? Сзади Фредди, выходи! Ушел. А нет, опять. Стоит. Красавчик, да? На тебя, я живой. Это штинка была. Я не знаю, откуда она взялась-то, если честно. Читер. Отлично, проигрываем. Мне нравится. Вообще нереальный, да, какой-то режим? Ага. Короче, значит, в следующей серии мы его уже не прошли. Надо его пройти в следующей серии по-любому. Ну все, если сейчас проиграем, то это все. Где? Ну и все, это все. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Это сейчас.